я один из людей, у которых просто возникла какая-то идея. А цель – поддержка наших товарищей, которые сейчас находятся в Москве, с которыми мы солидарны, которых хотим как-то поддержать, пускай не все могут уехать сейчас в Москву. Но вот сказать, что мы есть, мы это не просто аватарки там и странички ВКонтакте, мы живые люди, и мы поддерживаем те идеи, за которые сейчас борются москвичи. Как все мы собрались, ну это естественно ВКонтакт, Твиттер. Ну вот я думаю, что мы создадим еще страничку в Фейсбуке, почему, чтобы вот. И такие акции планируется проводить каждый день, каждый вечер. Это программа, так называемая программа общей оппозиции, объединенная оппозиция. То есть это перевыборы, как Госдумы, так и президента. Далее освобождение политзаключенных. Ну, частично выполнены требования насчет регистрации партии, но я думаю, что у нас есть еще определенные требования там, в изменении Конституции. Это убрать вот это вот, два срока подряд, навязшую в зубах статью. То есть, чтобы президент мог выбираться только на два срока. Освобождение политзаключенных. Это главные такие положения, в которых мы все солидарны и за которые мы боремся. Это не митинги, заметьте, это народные гуляния. То есть люди приходят сюда без плакатов, люди просто выходят, общаются. Никаких плакатов, транспарантов и выкриков, лозунгов. Слышал, что на чистых прудах в Москве планируется до 12 июня точно. Я думаю, что мы так же. Но вообще нужно действовать по ситуации. Посмотрим. Что? Почему так мало народа? Ну, во-первых, идея возникла вчера ночью. То есть, представляете, сегодня с утра некоторые приходят уже со своими планами, выходят в контакты и видят, что вот такое приглашение. Некоторые просто хотели, но не смогли. Естественно, что такие акции нужно планировать хотя бы за несколько дней, но я думаю, что со временем ситуация исправится и людей будет больше. На самом деле мы не рассчитывали даже вот на эти 30-40, может, будет сейчас 50 человек, еще подтянутся. На самом деле для такой спонтанной акции это достаточно хорошее количество. Андрей Рудов.